Ну, а каждый лайк под этим роликом будет равен одной голде. Сколько лайков соберете, столько голды и получит кто-то из вас. Ребята, для участия просто смотри этот ролик от начала до конца, без перемоток. Также подписывайся на мой канал обязательно с колокольчиком. Ставь лайк, блин, и оставляй комментарий. Стрим ID в Standoff 2. Все просто, ребята. В общем-то, ребята, всем желаю удачи в конкурсе. И всем здорово, пацаны, у микрофона, как обычно, Рош. Ребята, со мной Кумиридзе. Ребята, вы заметили, что мы сидим опять на разделенном экране, а это, Саня, значит, чё? Ну, пацаны, поняли уже по превьюшке, конечно, и по названию, но... Это значит, что мы будем смотреть сегодня нереально годные жесткие тиктоки, блин. Ребята, новая подборочка тикток-приколов по Standoff 2, сразу лайк, подписка на канал обязательно с колокольчиком. Ребята, смотрите ролик до конца, он получился очень интересным, очень смешным, но тикток это всегда прикольно, это всегда круто, поэтому, ребята... Братик Кумиридзе, с Новым годом, хэппи, да хорош! Мандариночка! Мандариночка! Ты, короче, я так понял, читаешь комментарии, да, под роликами с TikTok приколами, потому что люди там пишут, странно, что кумир ничего не ел по последней ролике. Короче, брат, новый этот мир TikTok в Standoff 2, блин, получается. Standoff 2, приколы. Пишем мы, пишем Standoff 2 приколы, ставим за последний месяц, новый. Ну, у нас давненько, да? Да, я думаю, что жестко найдем. Let's go, готов? Да, мне уже, я вижу уже интересный ролик, он первый. О, я тоже вижу, давай. Ем с другом в ресторане. Да. Девка это. Это, кстати, так и есть, реально. За это лайка чисто поставлю. Да, 13 часов назад, нифига, прикольно. Как, да? Слушай, мы вообще, походу, под новейшим сейчас эту. Чувак 13 часов назад выложил ролик и сейчас стоит первым по хэштегу Standoff 2 приколы. Это сильно, пацаны. Мантики с кетчуком. Да, нечего! Потому что нечего чавкать. Нечего, мне Настя писала такая. Места для пряток. Бабочка с перчатками как смотрится. Эй. Да, перчатки. Не знаю, мне очень эти перчатки нравятся. О, Standoff 2 прикольно, давай. Ой, блядь, вот это. О, осуждаю маты, брат! Что со мной станет? Что это? Ты что выберешь, брат? Что выберешь? Я думаю, А. Я думаю, ответ Д. Я думаю, ответ Д, давай. Не реально выживи, ну давай. Ну давай, let's go. Что будет? Они не попадают! Подожди. Муза, ты слышишь звук какой? Ты слышишь? Он выжил! Лёха, легчашка! Ну ладно, ставим, блин. А, выпал нож, а если быть точным, два ножа, один из... Нет. В смысле, какой нож? Не знаю. Тут же перчатки могут тоже быть. Фигня какая-то, ладно. Брат понтуется скинами. Угу. Ага. Башкой бы тебя Осуждаю! Осуждаю маты! 59 тысяч лайков, нифига! Видос классный, но маты осуждаем. Да, маты я вообще осуждаю. Это комната Артема. Моего, это мой такой хороший знакомый, хороший друг. Я с ним нормально так общаюсь, вот. Это комната Егора. Егор и хуя, с которым я... Да, осуждаю! Что за тиктоки? Мы что, тикток премиум подключили? Я не знаю, все не маты просто. Блин, это смешно, но это маты. Но без матов на самом деле бывает иногда не смешно. Ну ладно, ладно. Да. Наступил уже 2022 год, а акции Upgallery до сих пор продолжаются. В ушедшем 2021 году Upgallery подарила нам кучу ценных подарков. Ну и в новом 2022 году Upgallery уже приготовила нам клевый сюрприз. Кэшбэк аж 30% только 4 января. Акция доступна только для пользователей Upgallery. А если ты еще не скачал Standoff 2 с Upgallery, тогда чего ты ждешь? Участвуй в розыгрыше! Ну а если ты боишься потерять свой аккаунт и игровые ценности, то, братанчик, не переживай. Любой Google аккаунт можно перенести на аккаунт Upgallery с помощью Facebook. Все подробности, ребята, на странице акции. Ссылочки в описании. С Новым годом! О, помнишь из той серии, брат? Не дай бог, сейчас будет этот. Я думал, там этот будет, который понял Forest Spirit. Да, картинки. О! Что? О! Ты знал это?
Не. Ну вот это фигня, типа, да. Ну это легко все равно найти. Это вообще легко найти, а вот это вот имба. Ты сквозь стену прям падаешь. Васаби! Васаби! А, там другое слово! Чё? Слово другое. Осуждаю я такие высказывания. А почему я васаби бил? Это типа эдит, брат. You drop it AKR и... Так. Чё за звук? Машина такая... Почти развил скорость света, как Иван Золотов. Да, да, да. Почти, почти, чуть-чуть не хватает. Ты видел видос с последних стримов, где он реально развил скорость света, прям без монтажа? Нет. Посмотри потом обязательно, братан. Вещи, которые ты решался делать в новогодних режимах стендов 2. Ага. Запускаться на снежную зарубу. Хеликоптер, хеликоптер. Ты знал, да, что есть такая анимация? Нет, хеликоптер, хеликоптер. Да, прикольная анимация. Да, брат, вторая новогодняя версия. Анимация. Simple Dimple, puppet squish, puppet squish, puppet squish. Что? Роском трав не запретит. Simple Dimple, Simple Dimple. Имба, имба, брат, это была новогодняя версия наша. Все нормально, все в порядке. Слышишь? Вижу Велю, ставлю лайк. Че? Короче, захожу как-то к Нави тренеру на YouTube канал. Обзор обновления новогоднего, заходит на вот этот режимчик, убивая своих и говорит: «А! Стендов 2 добавили, кажется, он у себя, понятно!» И выходит. Кажется, от тебя чё? Ехала дальше, бро! О, плакать сейчас буду, приходила ко мне! О, это даст, сёрда! Что? Имба! А сейчас можно залезть? Не-не-не. Я люблю... Приходила ко мне, делом больно тебе, и не знал я тогда, как ты не дорога, мы расстались. Пиздец, обовин. Это обовин? О, о. Чего, блядь? Ты играл, ты играл. Ты же-то 740 бегов так раздаешь, алё. Логика. Давай, алё! Смотри, граната пролетела, а оружия нет. Смотри. А! О! Странно. В смысле? А я не понял сначала, нифига. Да. А, вот так вот. Ну, это бывает. Босс, я на позиции, кого убрать? Того, кто в красной куртке. Его не трогай, это мой сын. Убери того, кто рядом. Стимбов 7. О! Найс! Ты чего держит? А, это М6. Граната. Это этот, брат. Слеповая граната. Ты что тут слепой? Да, на туре, блин. Слова, потому что говорю, а? Правильные слова, потому что говорю. Ну-ка. Обновление новогоднее 0.18.0 выйдет 26-27. Угадал, по-моему, да? А вышло когда? 25-го или 26-го? По-моему, 26-го. Да-да-да. Имба, Веля! Мама, ну... О, это он в кейсы залез? Да-да-да. Имба! Ну это старый стендовщик, смотри, прям. Нового года не будет. Это что, так реально так, там вот так вот? Нового года не будет. Вот там вот так вот на карте? Я не видел эту штуку. О! Жизнь подъехала, пацаны! Плыли мы по морю, ветер мать штурвал! Санечка, Санечка, родички, роднушечки, снимаешь? Санечка, снимаешь? Камеры, штативчики, объективчики настроили, Санечка? Я думал, зачем мне на их все время говорить? Чё, Санечка, снимаешь? Снимаешь, Санечка, снимаешь? Так это Литвин так говорит, это ж мем, типа, чувак. Это мем в ТикТоке сейчас. Литвин каждый видос. А Санечка, снимаешь? Санечка. Мой инвентарчик. Ага. Это чё за хуй? Осуждаю! Инвентарь нормальный, конечно, осуждаю. Костян, спасай меня. Я ж тебя предупреждал! Вот это топ, вот это. Тихо, подожди, подожди. Костян, спасай меня. Я ж тебя предупреждал! Настя, подожди, потом поговорим. Имбо. Вот это классно, да, это да, мне нравится. О! Что? Он слил. Реально слил? Охренеть, я не верю своим глазам, брат. Это фейк, дядя. Это точно монтаж, Господи, это монтаж. Ты старшина, ты прошел мой день.
Я что-то видел такое, кстати. Это есть, да, это ударил. Это старый видос, да, прям вообще. Да-да-да. Нам капс, да. Так, давай теперь, давай вот такой хэштег. Стендов 2 смешно, брат. Стендов 2 смешно. В этом месяце. А что это с тик-таком? Ну-ка, подожди. Мне нравится тик-так, вот он резкий, вообще смешный. Да. Я просто кинул флешку. Там никого нет, он один играет. А в смысле? Ну вы видели уже это. Блин, это смешно, это смешно, это реально смешно. Можно написать просто Stand-up 2 тик-так и все, и все. О, давай реально тик-так, подожди, тик. Давай. Тик-так. В прошлый выпуск мы смотрели и Велю, и Рокса, и себя, всех смотрели. Короче, давай тик-так. Почему это смешно? Тик-так сошел с ума, ищет промокод в канале. Название топ. С Богом! Поехали в канаву! А ну-ка. Давай! Нифига! У нас подкрутка. Подожди, аре будет? Рэпчик, алло. На горе стоит верблюд, его четверо ебут. Осуждаю, такой рэп, это плохой, плохой рэп, закройте уши. Что себе позволяешь такое? Фига себе, он тапчик. О, это кто играет? А ему лоб какой-то. Да осуждаю, что да это? Да это тик-так, прикинь, тик-так это говорит. Олд не пройдет мимо. Чего? Что это такое? О! Это, блин, это как? Это респа-те, походу, была такая. Пацаны! Еть! А это не перевернутая просто, нет? Подожди, не, подожди. Видишь, а, это перевернутая, да, это перевернутая. Жёстко забайтил! Ну-ка, концепт медали 22-го года, давай посмотрим. Девочка хентай. Неплохо. Ебать, это были бы лучшие медали. Блин, Акселбот, прислушайся, возьмите медали с этого концепта, плиз. Смотри, какая кайфовая. Офигеть, имба, прикинь, такие будут реально. Ладно, ребята, на этом можно, думаю, заканчивать. Саня, по-моему, хорошая подборка. Где-то смешно, где-то интересно, где-то клёво. Ребята, надеюсь, вам этот лайк понравился, блин. Лайк вам не надо, нравилось, что? Ну что, ребята, надеюсь, вам этот ролик понравился. Если это так, то влепите обязательно свой царский лайк и подпишитесь на канал. Обязательно с колокольчиком, а также переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на Кумира. Ребята, тоже классный контент. И на себе, ребята, мы уверенно идем к 1 миллиону подписчиков. Я хочу 1 миллион подписчиков. Осталось всего лишь 100 с чем-то тысяч, там, короче, 150 где-то, 160, 170. Неважно, скоро будет 1 миллион, ребят, поэтому подписывайся, братик. А прямо сейчас тыкай на этот ролик, ведь он получился очень классный, и я на нем очень старался. Смотри его, братик, до конца. У микрофона, как обычно, Бараш, сегодня с вами был Кумир. Ребята, всем удачи и всем пока! Yeah.